10 лесных пожаров действуют в Якутии. Возгорания зафиксированы в Ленском, Вилюйском, Горном и Намском районах, а также городе Якутске. Общая площадь территории, охваченной огнем, составляет 300 гектаров. При этом пожароопасный сезон в Якутии уже закончился. Специалисты подчеркивают, что главная причина – это охотники и фермеры, которые проводят несанкционированные сельхозпалы. Они должны были совместно с работниками лесного хозяйства предупредить, значит, органы МЧС, организованно могли бы согласовать все свои действия лесничества и организовать вот такие контролируемые выжигания на территориях лесного фонда, где у них имеется сельхозугодие. Вот, если бы так было организовано, значит, мы не допустили вот таких пожаров. Хотя мы 1 сентября закрыли пожароопасный сезон. Но в связи с тем, что у нас появились лесные пожары, мы вновь открыли пожарный опасный сезон на территории Вилюйской группы районов, Ленского района, Лёкумского района, ну и города Якутска.